Добрый день. Сегодня в Тарагоне пришли в музей Диокесана. Ну так как сегодня 1 мая, вход в музей закрыт. Ну, конечно, стоит посмотреть, даже не входя. Сколько лет ему, даже не представляю. Сколько лет этим дверям выполнено все, не знаю, в каком стиле. Конечно, великолепие. Гаргульи он сверху, рыдающие. Это какие-то пророки. Посредине Мадонна с младенцем. Сверху какой-то дядюшка. И все просят у него прощения. Карлики. Куча народа. Кто-то жарится, кто-то парится. Говорю, попали мы в 1 мая сюда. Сколько же лет этому зданию, интересно. Площадь такая вся, камни древние. И ресторан. У испанцев как все время сиеста. Куда ни глянь, они только пьют, отдыхают. Здания все вот эти старые, Тарагоны. Все дома вот эти старинные. Сейчас покажу вот дома, вот эти колонны какие старые, вот это все. Вон туда вот повернули. Вон туда. Вон. Суплеет этим зданием. Тут еще что-то будет, реставрация. Реставрация. Очень впечатляет Тарагона. Если будет возможность, кого-нибудь приезжайте обязательно. Ходим, мы прям наслаждаемся. Из Салоу сюда автобус идет. Всего 25 минут. Евро 20. Кто из Салоу, обязательно едьте сюда, приезжайте, не пожалеете.